Тимур Магомедович, как проходит подготовка к футбольному клубу «Ангуш»? Ну, как видите, проходит пока в таких у нас условиях зимних. Сегодня начали второй день у нас, то есть первый день второй недели. Работаем. В общем, задача подвести их к первому сбору, то есть выездному сбору, уже в таких оптимальных кондициях, чтобы были подвести к общему знаменателю, чтобы функционально где-то примерно хотя бы в одинаковом состоянии. Кто-то уже понятно, что в одинаковом состоянии идеально мы не сможем подвести их, но провести такую работу, чтобы уже на сборах мы могли приступить уже к серьезной работе. Идем в таком направлении работы. А вот как вы оцениваете физическое состояние игроков? Знаете, честно, я не думаю, что в таком плохом состоянии я их увижу. Слабое функциональное состояние, атлетические возможности, честно сказать, не на хорошем уровне. И, в общем, нету силы пока. Понятно, что вы были после отпуска, вышла команда, 2 месяца отдыхали, ничего не делали, но в случае профессионала должен себя подводить к началу сезона, то есть начало работы предсезонной в более хорошем состоянии, чем сейчас. Вы знаете многих игроков в республике. Вот есть ли такие ребята, которые у вас на примете? Знаете, на этот вопрос как можно ответить? В то время, что я не работал, слушайте, я работал в третьей лиге с университетом, и через эту команду прошла, наверное, вся молодежь, все наши выпускники Малгобецкой школы, почти все, по крайней мере. Но никому не отказано было в просмотре. Я владею информацией почти по всем игрокам, кто занимается футболом, то есть кто играет на первенство у нас в республике, кто играл в третьей лиге. Поэтому где-то знаю, наверное, всю молодежь, которая есть у нас в республике, я знаю, через меня, а не через эту команду университет прошли. Поэтому я знаю возможности каждого футболиста. И в соответствии с этим мы начинаем подтягивать в команду, то есть привлекать команду этих ребят. Вот сегодня у нас на сборах Али с нами работает, Бехам с Малгобецкой школой. И по мере того, как они будут проявлять себя в университете, будем смотреть. И думаю, что всех, кто заслуживает нашего внимания, мы ни одного не оставим без внимания. То есть посмотрим всех. Пока здесь мы находимся, на здании проходит у нас этот сбор. Стараемся смотреть всех. Сегодня были 2 ребят тоже местные. Опять же, они не подошли. И такая тоже такое пожелание этим футболистам. Приходя сюда, они хотя бы должны понимать, то есть уровень свой, знать свой уровень, в каком состоянии надо приходить, хотя бы привести свой вес в порядок. С лишним весом люди приходят, но это не серьезно, то есть это сразу приходится с ними расставаться, и с местными, и вообще, я говорю, даже с иногородними футболистами, которые приходят в ненадлежащем состоянии, мы их сразу стараемся отправлять.